Всем привет, друзья, очередной раз. Так, версия игры у нас 03.03.16. Сегодня будет машинка у нас УАЗ-469 милицейский. Всем, кому интересно, заходите в группу, там будет видео. Ссылочки на скачивание будут под видео. Под видео на канале. Будет обычная ссылка и запасная, если первая не будет работать, заходить по второй. Скачивайте, все это будет доступно. Так, где он есть? Где он есть? Вот он. Так. Также под видео можете найти там ссылочка есть для скачки пиратки данной версии. Она играет через Steam. Она играет через Steam. Плюс, если кто-то хочет писать, делать, начинать свое видео, есть ссылочки на Bandicam там внизу под каждым видео. И на Merrill Action, по-моему. Можете скачивать, сами записывать видео. Так что как-то так. Ладно, давайте прокатимся. То есть два милиционера у нас тут. Сзади водила терпила. Так, давайте по аддончикам пробежим. Гараж. То есть присутствует у нас мигалка. Вот так, убого, но все равно. Нормально, в принципе. Так, Володя бандит. Это вот товарищ там, видите. Как бы тут камеру-то подловить. Милое мое. Можно тут машину как-то этой камерой залить. Угу. Никак не получается. Ну, короче, вот он сидит. В стакане. Так, посмотрим, что нам дает. Мигалка-то забыл. Мигалка дает 100 ремонтных очков. Так, Володя бандит нам дает 2 очка гаража и 100 ремонта. И еще присутствует прицеп 400 литров, 300 ремонта, 2 очка гаража. Короче, вот так вот он уже может ехать, открывать спокойно гараж. С этим Володей, с этим прицепом. Колеса дефолтные УАЗовские. Плюс еще вариант такой. Так, ну и что, давайте прогоним. А, звук тут сирены еще стоит. То есть, вот так вот. Вместо сигнала сирена включается. Вид салона присутствует. Так, вид салона показали. Давайте анимация брызговичков присутствует и оп, прицепчик подсел, видите сами, да? Чик, сделаем ночью мигалка выглядит поприкольней, то есть как-то вот так вот. Весь свет, все работает. Задний ход. Фароискатель.
Мигалка ночью мне очень сильно нравится. Данный мод играет по сети, то есть единственное, на ремонтной части возит, топливо возит, очки гаража возит, нет только дров, дрова не возит, ребята. Вот так мне так по приколу. Вполне такой адекватный УАЗик. Уж чем ездить на дефолте, мне так больше нравится на таком как бы кататься. То есть он и бежит, в принципе, отлично. Видите, прыгает, все как положено. Водила там сидит, терпила, шубуршит руками, колдует что-то сзади. Щекотит, наверное, водителя. Ой, вообще. То есть вот такой мод, ребята. Проходимость у него, естественно, лучше, наверное, чем у дефолта. И застряли, наверное. А, у меня же стоит эта ерундовина, точно. То есть я тут поставил одну финтифлюшку на игру там с камерой совсем, которая вот эта штукенция. Кто-то мне пишет опять. Ну-ка, давайте отцепим. Вообще уберем прицеп. Маханем сейчас в него. Так. Ну-ка. Ну, без прицепа-то он вообще просто. Опа. Еще и что-то. А полено прилетело. Ну-ка. Жопу-то как перекосило, обалдеть. А? Ну давайте удалим этого страшненького разбитого. Видите, не работает он у меня. Что-то херобора, как говорит. Карабаш у нас. Херобора. О, все. Упс, колеса. Все. Ну, милиционеры уже все грязные тут у нас. Ух. Испачкались. Так, давайте еще прицепим. Для скрина. Эть. Что такое? Да что ты будешь делать? Как-то так. Как тебя поймать-то, заразу? Вот и все, такой УАЗик, ребята. Подписывайтесь в группу, на канал. Будем дальше выкладывать. Что с конвертим, доработаем. С
Ссылочки все под видео, заходите, еще в группе есть ссылки в разделе ссылки, там что найдете. Кто надумает сам писать видео, естественно, под каждым видео у меня внизу там будет ссылочки на скачивание программки, которыми писать можно бандикамом и мерил экшеном. Я экшеном пишу, да, занимает больше места, но качество как бы записи лучше, чем у бандикама, поэтому, ну и возни с ним дольше. То есть получается больше места записи. Потом долго конвертит, он сам еще перегоняет. И потом еще это все выложить надо на канал. Так что, ребята, смотрите сами. Нужен вам такой мод, качайте. Всем пока. Ждите следующих доработок. Всем удачки.